Мои олимпийские будни уже далеко. Теперь я начинающая актриса, счастливая жена и мама. Но я до сих пор люблю приходить в любимый тренировочный зал, чтобы передать свой опыт и быть всегда в форме. В жизни люблю комфортную одежду и естественный нюдовый макияж. А на встречу с близкими или друзьями я подкрашиваю ресницы. Поэтому тушь для меня очень важна. Моя любимая тушь Фаберлик – главная роль. Всего несколько взмахов кистью, и ресницы пушистые и длинные. И упаковка. Она имеет значение. Тушь в бархатном чехле выглядит стильно и дорого.